О, берег, привет. Так, мне нужен план. Ну, для начала надо куда-нибудь подальше от всех бомжей уйти в сторону. Например, направо, вот сюда. Отожрусь на реке и буду думать. Там и тыковка есть, и по-любому животных наубиваю, медведей в зиме найду. А потом еще поплыву. О, мужичок. Это хорошо, я, да. Блин, эта река, она достаточно широкая. Да, здесь по-любому мне никто не помешает. Все сейчас бомжики побежали в одно место. Печечка. Ты тоже что тут лежишь? Так, и мне нужно куда-нибудь к пауэрпленту. Единственная лодка на протяжении нескольких квадратов. Это военка, и она в воде, да. Я почти приплыл. Ну да, здесь пока тихо, домов нету. Как раз я успею расстроиться, нафармиться, пока люди начнут подселяться. Только вот можно бочки поломать по пути. Отличный берег, очень романтичный. Там еще остров. Почему бы не выжить именно здесь? Где-нибудь здесь. По-моему, я переусердствовал. Оу. Пассивный фарм мяса и жира теперь будет. Интересно, а рыба на медвежатину нормально вообще клюет или... Или лучше человечину? Что-то я переусердствовал явно. Я уже так задолбался фармить. О, рыбки поймались. Плотвичка. Окунь. И окунь. Нормально. Пока наметок сделаю. 24 жира. 32. С человеков добывается меньше. Надо на пауэрплант сходить, начать потихоньку фармить. Изучать, так сказать. И вообще соседей поискать. На поломанный не пойду, потому что будет радиация коц. Так что пойду на обычный. Так, а где все? Один ящик, окей. Че, кто-то уже фармит, что ли? А, не, во, военка, все. 10 труб сразу на ревике, отлично. Просто отлично. Это мне не надо. Так, сразу рыбку добываем. 3 окушка. Окушки — это хорошо. Из них много жира. Ну и плотвичка на пожрать. Ну и чё? Бо, все. Металлические двери, проблема решена. Еще сзади поставить бугороску вообще топово было бы. Нужно как можно больше нафармить за день скрапа. Так. Ну, я почти успел нафармить на второй верстак. Еще рыбка. А тут что-то не ловится. Одного куска мяса маловато, что ли? Надо свинину, не знаю, рыба ест свинину, интересно. Power plant. Ни хрена тут нету. Какого хрена? Так, МВК мне теперь на второй верстак хватает. Это уже отлично. И надо третий делать сразу. Щел вон отсюда. Во! Вон домик появился, можно будет его резко рвануть. Фарм остров. На первое время, думаю, хватит. Больше дерева, конечно. Ни хрена тут никого нету. Почему? Кто выфармливает? Опа! Обалдеть. Патрон в тело и голову пережил. Просто в деревяшке. Как? Походу, это он и подфармливает тут все. Лодочную я тогда широкую сделаю. Окошечки. Чел. Угу. Ну давай, давай, байтся. Поближе, поближе, да. Я думаю, достаточно. Сейчас срубим его.
по-моему, он не ожидал, что у меня биогданка. Ну, он сам начал нападать, я тут при чем? О, у тебя тут, кстати, неплохо, мужик. Мне нравится, ты фармил прям. Мало нафармил. И 500 не нафармил за день. Кто фармит, мать его, Power Plant? Я тебя дождусь. Я буду просто сидеть и ждать, когда ты появишься. Опа. Хорошо, парень стреляет. Смотрит в одну сторону, стрела летит в другую. Угу. Угораздило поселиться рядом с читером. Их сейчас много. Так, ладно, надо отсюда сваливать. Ник, я его знаю. Ну давай, байтесь, байтесь. Типа, я убегаю, смотри. Я убегаю. Надо, нет, надо как-то ближе, что ли. Типа вот, вот так вот, наверное. Чтобы клюнул. Вот с этой платформы будет удобнее стрелять, мансить. Огненная стрела? Понимаю. Ну. Еще. Да падает уже, камон. Во. Так. Лодка, а ты где? И что делать? Ну давай, пожалуйста, платформа, исчезь. Я сломал все бочки, я все сделал. Исчезни, мне лодка моя нужна. Как-то же ее вот вытолкнуть-то можно, наверное. Ну давай. Нет-нет-нет! Знаем мы этот прикол, знаем. Назад. Что, тебя твою мать, ты гонишь? О, фарма кончен. Нормально. Я доволен. Сваливаем. Счастье подкралось прям незаметно. Люблю, когда ящиков не хватает на лут. 50 ММВК, но все равно не хватает. Надо чекнуть тот дом. Ой-ой, бандиты, тут такое дело. Коту Василию исполнилось не абы сколько, а 6 годиков. За годы существования канала он стал его неотъемлемой частью, и многим из вас полюбился. И я предлагаю вам сделать ему подарок. Не-не-не, деньги клянчить не буду, не подумайте. Просто лайк, 7770 штук, и я от вас ему покупаю крутую штукенцию. Тыкву, банан или вообще целый дом. Пишите в комментах, что нравится больше, то и куплю. Тем временем, вот целая когорта победителей. Пишите в ВК. Я, кстати, заметил, что среди моих подписчиков много спортсменов, и это прекрасно. Есть те, кто будут бить ебало за меня. Новый конкурс есть у меня для вас. Лайк, коммент, подписка, как всегда. Чай, бутерброды, ты знаешь. У нас есть... микросхем на две сишки, как раз бахнуть какой-нибудь быстро дом в стену. Онлайн большой, сразу набегут, чтобы мы успели это сделать до прихода антирейдеров. Тут у него не застроен, но это все равно немножко не то, что я хочу. Ладно, фиг ли делать. А это что такое появилось на моем фарм-островке? Не понял. Какого хрена? Деревянные двери недавно построился. Причем с кодлоком их двое или трое. Может, клан вообще? Ну, типа, не клан, нет смысла на таком острове строиться. Как-то логистику нужно делать, там коптер, все дела. Горелка у меня есть, можно выжечь быстро. Надо покушать. Третий верстак. И можно крафтить C4. Жалко, ноутбуков и микросхем мало. Как же долго они крафтятся. Так, тогда сначала сжигаю этот дом, а потом уже иду тот взорвать. Там, по-моему, какие-то звуки идут. Там кто-то что-то добывает. Они себя на печку, что ли, вырубают? Ну да. Да. Они киряются и убивают? Что? Да ладно. Ну, в принципе, тут что, у них животных, что ли, нет? Медведи какие-то, свиней в зиме. Просто стрелок.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло. И сразу туда надо закидывать еще. Оу. Вот другое дело. Чё-то они не спешат дефаться как-то. Ого, сколько металла. МВК сотка сходу. Жгем сюда, наверное. О, пришел. Ай-яй-яй. Он с копьем, бессмысленно. А, не, все-таки решил повоевать со мной. Отдохни, мужик. Пусть горит. Я пока тут постою. Ну что там? А чё он не чинил? Жгем тогда. О. Какой огонь непослушный. Двое. Понял. Все-таки двое было. Надо сразу дверь крафтить. Так, замки тут есть. Давайте дверь быстрее появляйтесь. Есть. Идеально. Угу. Вторая дверь. У меня только вот один вопрос. А почему они не ставили металлические двери, если у них столько... А, все ясно, дауны. Металл-то у них прилично. Вот тут косарь. Там, там, сям. Чтобы на голову не свалились неожиданно. А, он пытался перенести рез, понятно, с компонентами. Все с ними ясно. То запру здесь. Надо поставить металлические двери, мало ли. Вот так вот. Наверху три этажа получается. Мне надо дожечь двери, пойду поищу каких-нибудь животных. Вон целая куча медведей. В чем проблема была? Я забыл, что я в этом, в акваланг одежде. Иди сюда, Миша. Без обид, мне просто твой жир нужен для рейда. Надо вот наверх, может там еще что-то будет. Сразу замочь. И здесь металл. Спальник. Вот так, дверцу сходу. Может быть, там тоже ящики какие-то подобные есть. Давай дверь быстрее. Нет, тут уже пустота. Просто выход. И еще подъем наверх. Понятно. Понятно. В принципе, все понятно. Какой-то там шорох на улице был. Выйду, поздороваюсь, возможно, хозяин. Понятно. Одна дверь, и они почти у меня, да? Ладно. Пока крыша не лазнее. Ребят, теперь, когда это мой дом, хрен вы его зарейдите. Да-да-да. Плыву к ним, кильнулся. Посмотрим. В принципе, теоретически, я из-за этого камня могу их развалить. Че, никого нет, что ли? Серьезно? Они ушли? Надо валить в освояси. Ресов прямо аж душа радуется. Показалось, что ли? Чё это там? Воу! Ого! 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 Трое, я понял. До свидания. Втроём! Три СМГ не смогли запушить, сблизи убить. Сейчас, все, пацаны ушли. Да идиоты, боже мой, это ж надо было так, а.
По-моему, я тут, да? Ага. Рассмешили деда. Так. Так. На всякий случай, все-таки клан какой-то плавает тут. Здесь у меня будет как бы вот так вот панорамка. Тут дверь я могу потом поставить. Блин, опять камень закончился. Ну тут либо фармить, либо идти рейдить дальше, потому что камень нужен на застройку. Наверное, рейдить. Сейчас быстренько наскоком вылетаю, тыкаю, ломаю шкаф с сачелей и все. Блин, чел, вот ты здесь мне явно не нужен. Плыви-ка ты, восвоясь. Он причем от берега только отплыл, видите, как он байтит. Хочет развести на войну. Давай, давай, плыви, плыви, плыви. Ты мне не нужен. У меня другие вообще сейчас планы. Блин, а может быть лучше вон тот домик зарейдить? Похоже на какую-то клановую заготовку. Замочек рядом с этим. С карьером. Погнали. Ну что ж. Понеслась. Да. Да-да-да, печи горят. Ящиков много. Сразу сачель. Давай, сачелька, бахни побыстрее, пожалуйста. У нас нет с тобой времени. Сачель, ну пожалуйста, ну давай, взорвись. Сейчас тут весь сервер будет на сишке-то. Ну, сачель, ну взорвайся ты, твою мать! Понятно. Ты издевательство, да, такое, или что? Как насчет бум? Сачель, бум. Во! Отлично. Не-не, что, Дима, что ты делаешь, твою мать? Не то делаешь-то. Дверь. Да давай, берись. Все. Фу. Сюда сразу надо дверь тогда поставить. Как раз проем недоделанный. Было бы смешно, если бы они... Так, а мне нужно что? Мне теперь шкаф я забыл скрафтить. Хазмат, еще какая-то хрень. Порезом хорошо. Прям замечательно. МВК, скраб, все что надо. Это все сваливаем. Давай, шкафчик, побыстрее, пожалуйста, закрафтись. Прибежали, прибежали. Вот так вот дверь загоражу. Мало ли. Тут сега прилично. Надо все тоже в ящики скидывать. Еще металл. Гаражку сделаю. Почему-то они гаражки не крафтили. Непонятно. Мешает стол, походу. Верстак, да. Да-да-да. Опа. Ну, теперь мне будет поспокойнее. Можно еще гантрапчики влепить. Бегают, бегают на улице, что-то думают. Может, это хозяева? Ой. Ой. Неприятная ситуация определенно. А, хлопает, хозяева пришли. Понятно. Ой, а что это, дверь какая-то лишняя, да, появилась? Неожиданно. Вот это поворот, да-да-да. Слушай, они прям недовольны, прям долбятся в эту дверь, прям психуют. Я бы тоже психовал. Здоровается, ну ладно. Hello. Hello. Все, и тишина. А сказать-то нечего. А, то есть фаером мне надо кидать. Спасибо за понижение FPS, очень приятно, да? Не, ну апать-то зачем металл тратить? Вот так вот.
Надо гляну, что у них там в этой штуке. Погоди, можно мне вот выписаться, спасибо, как-нибудь вот, вот так. О! Чтобы за огнеметом не идти. Так явно быстрее будет. Ну все, 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 успокойтесь, мужики, успокойтесь, все. И я свой, я свой. Если было, они, походу, это унесли. И хрен с ним. Я и так неплохо так получил ресурсов. Дом хоть достроил. Спальники ваши здесь тоже явно не нужны. Вон они бегают. Толпень. 4 человека минимум. Да-да-да, идите вы свояси, мне рез приносить надо. Все остальное потом донесу. Ну что ж, рейдерский захват выполнен успешно. Второй за сегодня. Меня прям сегодня преследует успех. Это что за домик такой, я вот не пойму. Это какой-то соло домик, 2 на 2. Нет, сегодня не хочу такие дома, я хочу чуть-чуть побольше зарейдить. Нужно купить для крафта верстак алхимика. Он где-то, где консервы продают. Да, вот он. Все, и изучить его. Оп, оп. И можно будет крафтить. Все, осталось только домой вернуться. Один. Два. Я думаю, двух мне будет достаточно. Мне там немного экспы скрафтить надо. Получается вот это и смешивать. А сколько, интересно, скрафтится? Тогда сюда также. Он, короче, лишнее отделяет, я понял. Максимальные стаки берет за основу. Ну и все. Это сколько получается? 120 экспы как раз выйдет или? Ну да, 3000. Это да, 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 это 120 экспы будет с двух столов. Удобная штука на самом деле. О, пиликнуло. 60. И здесь сейчас тоже. Надо по новой расставить рыбацкие ловушки. Правильно. Этот дом я не хочу. Он мелкий, надо поискать что-нибудь побольше. Опа. Вот это что-то да, уже такое побольше, полюбопытней. Да-да-да-да-да-да-да, вот это я хочу. Вот это я хочу. Кодлоки. Явно не соло домик. Ага. На фотках несколько человек. 4 получается квадрата. Ну и шкаф где-нибудь в попке у него по-любому. Рядом соседей немного, то есть не сразу прибегут антирейдеры. Будет время у меня какой-то небольшой такой люфт на то, чтобы это... успеть застроиться. Да, 4 человека. 3 вон на фотке и 1 фоткал. Получается 4. То есть лута как минимум должно быть немало. Единственное, гаражки не стоят странно. 6-шек, надеюсь, хватит. Ну, щитожи, я иду. Куда-нибудь вот сюда вот прям сразу, сходу. Тут у нас лутерум. Там что-то открыто. Ну прям дальше, в центр идем, похрену. Заодно ящики эти сломаем. По ящикам фигня какая-то. Не основной лутерум, видимо. А, ящики сломались, даже и не нужно. Шкаф! Отлично! Дверь только мешать будет, проход. Ну ладно, ломаем шкаф, застраиваемся, а потом уже будем думать. Сразу две сачели накидываю. Одна точно загрется. Давай, сачелька, давай, родненькая. Нет времени думать. Ну! Идеально. Боже, как никогда быстро. Фу. Потолок. Все. Можно теперь это выдохнуть. И сюда гаражку вылеплю. О!
тут закрывать неудобно. Чё-то я. Ну ладно. Хрен с ним. Вот эту дверь, наверное, придется сносить. Шкафчик влеплю потом. Фотоаппарат. Второй верстак. Да, я здесь не пролезу. Все. Шкафом тогда дверь загоражу одну. Чтобы меньше проходов было ко мне. Много автомобильных запчастей. Ну, шкаф такой себе, если честно. Металл прилично, но не вау. А по ящикам интересно, что. Надо только вот это все сразу сюда скинуть. Ох, компонентов-то как хорошо. Вот это да, вот это отлично. Двери, карточки, ну, такое. Сразу сюда зайду. Перфекто. Тут расхождение в разные стороны. Значит, надо будет вот сюда долбиться. Там, походу, еще один лутерум конечный. Будем делать это ледорубами. Как мажоры, да. Как я и сказал, это лутерум. Патроны, инструменты. Надо еще туда будет долезть. Перенести вот это все. Ну, патроны, кстати, прилично. Вот сюда. Оружка, пара Томпсонов, неплохо. У меня Томпсона, кстати, нету. Я сегодня так и не смог бодики на Томпсоны выбить. Надо посмотреть, что на втором этаже, есть ли он вообще, или там просто буферки. Ого! Вот так, чтобы пацаны расслабились там, не бушевали. Кто-то идет сюда. Где у меня оружка? А. Его гантрап решил это за меня, я понял. Надо все равно на всякий случай, мало ли где у него что, перенести всю оружку, чтобы не схватил, не убил меня неожиданно. Пустота, это, видимо, заготовка на будущее была, второй этаж. Пуся. Я, походу, земляков зарейдил. Неприятная ситуация, но тут же ничего не поделаешь, да, ничего не попишешь. Еще один Томпсон, патрошки. Пуся, пока. Надо застроить будет входы. Получается, у него еще вот там вот лутерум. А спереди что? Где он себя... А, вот он где себя прикончил. Прям гантрап как хорошо стоит. Я понял. Чтобы ко мне никто больше не залез, я это дело застрою. Вот так вот и до свидания. И буду дальше спокойно выдалбливать. В тишине. Ну да, получается, у него еще два вот лутерума. Надо просто вперед долбиться. Нету. Бедные печки, они такой дерзости не ожидали. Ну да, здесь вот серый, металл, печной. О, вот и сера. Вот, так сказать, и лут. Сер я нашел. Еще и МВК, сколько. Ох, металла. Все основное собрал, надо переносить. Не, хорошие рейды, окупные, мне нравится.